Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас 6 мая. Хочу всех своих зрителей, всех своих дорогих подписчиков поздравить с прошедшим праздником Пасхи и с наступающим Днем Победы. Желаю всем прекрасного настроения, скорейшего мира, чтобы все ваши мечты сбылись. Будьте все счастливы и здоровы. Благополучия вам и вашим семьям. Вот такой вот пион. Это итопион. У меня сейчас расцвел. Все пионы имеют разные оттенки. Сегодня я сделаю небольшой обзорчик и покажу, что на данный момент у меня цветет. Вот такие вот красавчики. Жалко, что не передает видео реальной расцветки. Они все разные пионы на одном кусте. Вот такой вот большой куст. Это итопион. Это смесь скрещенный обычный пион и древовидный пион. Рядом расцвел тоже итопион. У него вот такой ярко-розовый цвет. И вот тут еще обычные пионы еще пока не распустились, но вот жду, скоро уже распустятся. Будет красота. Сюда я повесила свои ампельные клубнички. Вот скоро здесь распустится. Вот тут уже вот ягодки навязались, и еще цветет. Вот еще и вон еще один. Вот поближе покажу, какой красавчик расцвел. Здесь продолжает расти это магнолия, грандифлора, вечно зеленая. Вот у нее пошли еще разделения, три веточки будет расти и на одном приросте, и на втором тоже. Здесь я посадила два кустика сурфинии, анютины глазки и вербена. А сейчас вот цветет здесь роэлия рядышком. Вот такие вот цветочки, похожие на сурфинию немножко, либо на петуньку. Тоже вот такие колокольчикообразные цветочки. Рядышком растет калеус бересклетом. Вот такой вид. Тут пропертиус княжек. Вот скоро еще зацветут. Есть бутончики на кончиках веточек. Новые приросты на елочке. Я ее обрезала. Была она снизу тоже такая пушистая. Я сделала ее на штамбике. Вот такой вид она имеет. Здесь вынесла свою пальму, поставила. Это когда-то я малюсенький вот такой вот саженец привезла с Крыма, с Ялты. И вот сейчас у меня вот такая пальмочка растет. Здесь зацвела вот такая вот китайская роза или гибискус. Сейчас вот на нем несколько цветочков цветет, но она не в полной красе. Сейчас она, после того как я вынесла на улицу, солнышко ее немножко отпекло, она потеряла листики и немножечко болеет, адаптируется пока. Ну ничего, скоро она адаптируется и будет во всей своей красе цвести. Тут вот такая вот красота у меня цветет.
Здесь вейгела цветет рядом со своей магнолией. В горшок я посадила тоже вербену вот такого цвета красиво, и вот такие вот сурфинии. Продолжает цвести каликантус. Вот такой вот красавчик. Некоторые цветочки уже отцвели, ну, а остальные еще продолжают цвести. Вот такие они красивые. Рядышком тут гортензия растет в тенечке. Здесь ей нравится. Вот скоро уже будет цвести. Уже бутончики видно. Здесь на клумбе сейчас новые приросты пошли от этого рододендрона. Здесь вот одна шишечка есть, цветоносик. Должен зацвести. Очень надеюсь на это, что он зацветет. Он у меня второй год. В прошлом году он не цвел. Это высокорослый сорт. Ну, посмотрим, зацветет он или нет. Здесь вот такая вот гортензия плетущаяся. Варигатная, очень красивая. Это вичи плющик. Здесь тоже гортензии широколистные. Они здесь зимовали. Тоже начинают показываться уже цветоносики у нее. Вейгела варигатная уже цветает. Это индийская сирень розовая. Пока она еще у меня не цвела. Еще молоденькое растение. И вот здесь вот второе тоже растение. Тоже это индийская сирень. Надеюсь, что, может быть, в этом году, может быть, хоть маленький цветочек будет. Она второй год у меня. Это вот такая вот должна быть вот такого цвета. Это падуб. Завязались уже ягодки. Он отцвел и завязались ягодки. Камнеломочка сейчас цветет. Абриета махровая. И вот такие вот мои гномики тут сидят. Уже почти распустились листики на альбиции шоколадной. Уже они окрашиваются, уже становятся более темные. Скоро они вообще станут темно-бордовые. Будет очень красивая. Здесь шаровидная туечка. Это моя красавица чилийская араукария. Вот у нее уже тоже вот такие приростики пошли. Вот это светлое, это новый прирост. Вот такая красотка. Цветут, продолжают цвести мои альстромерии. Они без конца цветут и радуют меня своей красотой, своим разнообразием красок. Уже с прошлого года, целый год они практически без передыху цветут. Одни цветают, другие бутончики опять нарастают. Вот новые бутончики тут цветут, отцветают. Я старые цветоносы вырезаю или отрываю просто, и новые нарастают. Вот тут тоже. Вот они, бутончики. Вот эти цветут. Старые я уже повырывала. Вот такая красота. Тут вот варигатная бугенвилия. Она еще маленькая, но уже я буду в этом году ждать ее цветения. А тут цветет вот моя старушечка. Можно сказать, ей уже четвертый год. Я ее обрезаю, привозила ее из Турции малюсеньким череночком. И вот она принялась и цветет. Здесь вот скоро распустится еще один гибискус. Вот уже вот-вот бутончики свои раскроет.
Здесь вторая агава стоит. Вот такая здесь получилась композиция. И тут еще бук триколор. У меня распустились уже листики. Вот такая вот красота. Он еще, конечно, маленький, но листики просто необыкновенной красоты. Очень, очень эффектный. Красавчик мой. Буду ждать, когда он подрастет, отрастет. Будет необыкновенная красота здесь. Я его только в этом году посадила. Надеюсь, на следующий год он уже тут хорошо вырастет. Наконец-то я запустила свой водопад. Никак у меня не хватало времени, но наконец-то я уже здесь все оформила так, как я хотела. Вот у меня здесь растут два фикуса. Я их вынесла на улицу. Цветут виделы. Виделы — это сорт Александрия или Александра, я не помню правильно. Здесь такой еще у меня есть кувшинчиком пенечек. С такой вот композицией. Здесь ампельная вербена, калеус и два вида батата. Итальянский батат. Мои журавли, которым уже около 20 лет. Мне не очень нравится. Жабка. Мои уточки, селезень с уточкой, вон там спрятались. Вот такие у меня тут зверушки живут. Жабки. Вот одна. Вот тут вторая. Ну и, конечно же, рыбки мои. Как же без рыбок. Сейчас я попробую их позвать. Вот они, мои красавицы. Они сейчас попрятались. Там за кувшинками, под мостиком спрятались. Не очень-то хорошо сейчас видно, отсвечивает. Здесь аир вариватный растет. Тут змея охраняет. Еще ежики спрятались тоже под туечкой. Вот так сейчас выглядит мой прудик с рыбками. Боярышник уже практически отцвел. Сейчас цветет герань уличная. Тут вот белочка еще спряталась под туечкой. Там ежачок. Ну, сейчас уже тут пока ничего такого и не цветет. Жду цветения роз. Колокольчики еще должны зацвести. Ну вот еще тюльпанчик цветет. Небольшая композиция я сделала. Это юбка. Здесь лавровый лист у меня. Мое денежное дерево. Здесь же бук еще один посажен. Вот такой маленький. Сурфинии. Вот такие вот красивенные, просто необыкновенные, очень яркие такие звездные
Небо есть сорт, это я не знаю, как называется. Звездное небо синее, по-моему, а как это называется, я не знаю. Здесь еще цветет калачик. Вот такая вот юбка. Или что это, по-моему, юбка называется. И здесь еще у меня посажены в горшок мои калы. Два горшочка с калами. Тоже, когда они начнут цвести, обязательно вам покажу. А в другом углу у меня здесь растут мои аканты. Вот такие красивенные, варигатные. Гортензии мои любимые. Вот уже цветут. Варигатная зацвела. Это гортензия мисс Саори. Вот такая красотка необыкновенная. И сбежавшая невеста. Вот такая вот нежнятина. И такая она уже у меня большая. Вот так выглядит эта клумбочка. И вторая рядышком клумба. Здесь тоже гортензия растет. Вичи, плющик. И вот тут петуньки посажены еще на стоечке. Но они только вот начинают цвести. Когда они будут в своей красе, конечно, будет вообще. Так, тут цветут мои уличные герани. Здесь еще один маленький бассейник с рыбками. Зацветает вот такой вот красавчик. О! Жабка наша запела. Она каждый год у нас здесь поет. Живет где-то под этим прудиком. И поет песни у нас все время. Вот такие клематисы красивые. Только-только распускаются. А рядом должен еще расцвести вот эта клематис тайга. Я его в прошлом году только посадила. Надеюсь, в этом году увидеть его цветение. Это отцветает уже княжик мой. Тут вот коника уже обросла новыми приростами. Вот еще одна маленькая коника. Отцветает уже камнеломочка. Вот еще вот такие вот нежнейшие малюсенькие цветочки красивенные. Варигатные. Птичка тут сидит, ежичек. А тут у меня целая семейка гномиков спряталась. Вот они. Вот такие красавчики. Это их домик. И они играют песни, ждут, когда наступит мир и можно будет вовсю насладиться жизнью, музыкой и весельем. Вот так вот выглядит моя клумбочка здесь. Зацвел рододендрон еще один. Вот такая. Тот уже отцвел у меня большой, я вам в предыдущем видео показывала. Сейчас вот цветет вот этот. Тоже очень красивые крупные цветы. Вот такие. И зацветает вот этот темно-фиолетовый. Вот там один цветочек уже распустился. Но он повернул в другую сторону. Когда он весь распустится, я обязательно вам тоже покажу. Стуса тоже вот растит молодые приросты. Подписывайтесь на мой канал. Будет много еще всего интересного. Летом
зацветут еще другие цветы. Я обязательно все это буду снимать и показывать вам, мои дорогие зрители. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, пишите, что бы вы хотели, чтобы я вам еще рассказала. И я обязательно сниму видео и покажу вам. Вот сейчас я вам покажу общий план моей клумбы. Немножечко тень падает. Не очень хорошо видно, но вот как-то так. Здесь у меня еще одна композиция. Здесь стоит пень, вот такой мы нашли, интересный, на берегу Днепра. Это мы нашли еще лет, наверное, 6-7 назад. И каждый год я меняю композиции, делаю с этим пнем. Вот так в этом году у меня выглядит он. Тут ипомея батат растет. Очень красивая. Сейчас она начнет цвести еще. И будет вообще необыкновенно красиво. Тут еще плектрантус растет. Здесь кислица. И тут еще гортензии две. Еще плектрантус. И вот такой вот еще фикус. И в углу вот там варигатный фикус еще растет. А здесь уже отцвел княжик мой голубой, красивенный. И вот сейчас вот такие вот шишечки у него образовались. Он красивый и во время цветения, и после цветения. Вот такие они интересные. Вот так выглядит моя клумба здесь. Ну вот, конечно же, как же ж без моего помощника. Рич, Рич, привет. Ты пришел мне помогать, да? Ну а здесь на клумбе пока цветут анютины глазки. Маргаритки еще немножечко цветут. И абриета. Ну и пока все. Жду цветения роз. Ну естественно, там вдалеке цветут красивенные мои пионы. Здесь еще одна клумбочка. Здесь вот елочка, Вичи, плющик. Мой, конечно же, красивенный веерный клен. Вот такой вот нежнейший. Здесь вот плетущаяся еще одна гортензия. Очень она интересная, когда цветет. Аромат от нее идет вообще необыкновенный. Пчел всегда на ней столько много. Это барбарис. Здесь расцвел один вот такой вот клематис. Я его только посадила. Ну а тут на вот этой вот полочке такой, которую мне соорудил муж, растут мои гортензии. Уже вот такие на них бутончики. Одна уже вот зацвела. И жду, когда уже начнут цвести и другие. Все они стоят с бутончиками. Вот тут уже начала окрашиваться. Так что скоро будет здесь необыкновенная красота. Жду не дождусь. Здесь еще растет плакучий тутовник, плакучая шелковица.
уже есть вот такие маленькие плодики на нем, на ней. И довольно-таки много. Вот так это выглядит. Здесь тоже везде цветет герань уличная. Она у меня посажена практически везде. Это вот растет киви, но пока плодов на нем нет. Ой, уже 4 года прошло, и никак я не дождусь, когда он у меня зацветет. Так хочется уже попробовать свое киви. Здесь мальчик и девочка посажены. Ну, а здесь вот такой вот сплошной стеной растет лимонник. И вот на нем там плоды вроде бы завязались. Сейчас попробую приблизить. Вот они. Вот. Видно. Вон они. Здесь тоже. Везде у меня растет уличная герань. Продолжает еще цвести моя камелия. Вот спрятались цветочки. Это камелия Даланега. Беленькая такая красоточка. Вот только распускается бутончик. А здесь уже отцветают. В прошлом видео я вам показывала, как они были во всей своей красе зацвели. Вот уже все отцветает. И вот третий бутончик. Ну, вот так они тут у меня все вместе. А с другой стороны мои цимбидиумы. Вот тут в тенечке они под абрикосом. И под черешней. Кстати, в этом году черешни тьма навязалась. И абрикосы тоже есть кое-где. Так что, может быть, хоть в этом году попробуем абрикосы. Вон там абрикосики. Каждые последние несколько лет то вымерзали, то какая-то зараза нападала. Но вот в этом году вроде бы есть абрикосики. Так что будет вкуснейшее варенье с апельсинами и с лимоном. И если вы захотите, то я вам оставлю рецептик, как делать это варенье. Вот это ананасный абрикос. Вот. Тоже есть немножко. Очень он вкусный. Я небольшая, конечно, фанатка ирисов, но вот сейчас у меня зацвели вот такие вот ирисики. Вот. Вот еще такой. Вот беленький. Ну, еще тут какие-то расцветки, не знаю. Вот уже виноградик завязывается. Скоро будет цвести. А здесь голубика. Очень много в этом году завязалось. Надеюсь, она не осыпется. Прям целые грозди. Вся усыпана. Это самый ранний сорт. Он практически всегда такой рясный.
Есть некоторые еще отцветают. Тут вот уже тоже ягодки завязались. Ну, а тут уже вот видно хорошо завязи миндаля. Ну, вдалеке я там не знаю, будет хорошо видно или нет, но в этом году побольше орешков будет. У нас 3 дерева, 2 больших и 1 поменьше. Ну вот орешки. Ну а это инжир далматский. Вот уже такая бреба на нем хорошая. Ну и плохо видно. Сейчас солнышко яркое и плохо видно их. Это вот первое плодоношение будет в конце июня. И потом второе где-то конец сентября, начало октября. Уже основной будет урожай. А это турки браун. Вот здесь уже вот такие брыги. В теплице пока особо таких радиозных изменений нет. Пока тут все потихонечку растет. И сейчас я вам немножечко подробнее покажу и расскажу. До сих пор у меня еще здесь моя маракуйя эдулис пассифлорка. Тоже вот она сейчас вся с бутонами. И есть завязи. Вот, сейчас еще покажу. Вот, вон там завязи, там бутончики. Цветет, завязывает плодики. Ну вот, на следующей неделе там еще должно быть понижение температуры. И потом я надеюсь, что уже будет тепло, и я вынесу ее на улицу. Все-таки пока я побаиваюсь, чтобы не подмерзла. Будет жалко. Тем более, столько бутонов на ней, очень много. Ну, а это квадрик мой, квадрангулярис. Тоже он хорошо пошел в рост. Я немножечко его там поправила. Еще поставила на укоренение несколько череночков, потому что пользуется большим спросом. Вот так она сейчас выглядит. Она адаптировалась и, смотрю, начинается, по-моему, там кое-где, вроде бы похоже, что бутончики появляются. Как она зацветет, обязательно вам сниму и покажу. Вот она у меня растет вот в такой вот строительной емкости, довольно-таки объемная, на 60 литров. И вот такая вот высоченная. Здесь где-то 3,80, по-моему, высота. Так, здесь апельсинчики потихонечку растут. Еще маленькие, конечно, но немножко набирают объемы. Немного их осталось, но ничего. Это и второе цветение было этого цитруса. Сначала я не знала, что это за цитрус, потому что покупала его как сацуми миагава. Даже вот осталась этикетка от него. Но в итоге это оказался какой-то пигментированный апельсин. Свит Сицилии приросты вызревают постепенно, но пока цветения не было. Вот такие вот крупные у него листья. Это апельсин сангвинелла муската. Было первое его цветение. И пересадка была 2 раза. Ну вот
есть там несколько малюсеньких завязей, но, скорее всего, он их все сбросит. И буду уже ждать его повторного цветения. И уже, наверное, на следующий год будет плодоношение, скорее всего. Ну, вот так сейчас выглядит мой мэр. Уже он весь оброс хорошо. Вот такой уже красавчик стал. А то был весь лысый. Ну, конечно, еще есть. Вот, допустим, желтый листик. Но это уже как бы ничего страшного, потому что он был совсем лысый. И даже есть там несколько плодиков. Вот один из них. Вот он. И там где-то снизу еще. Бергамотик. Потихонечку тоже растит свои плодики. Вот эти. Вот этот побольше. Там вот в середине еще больше. Так что потихонечку он тоже растет. Все с ним хорошо. Памела Росса скинул все завязи. Первое его цветение было. Ну, я так и думала, что он ничего не оставит, потому что это первое его цветение. Обычно так цитрусы и делают. Это белая сапота. Уже вымахала вот такая здоровенная. Надо срочно ее пересадить, потому что очень быстро пересыхает горшок. Корни, видимо, оплели уже весь горшочек. И не хватает, куда ему некуда уже расти. Нужно пересадить. А рядышком желтая сапота. Тоже вот он отрастил вот такой вот уже новый прирост хороший. И вот такой уже у него плод довольно-таки вот такой уже большенький, подрос хорошо. Надеюсь, что поспеет, и попробуем. Потихонечку подрастают мангусики мои. Это манго Глен. Вот этот плодик побольше. Вот этот, а остальные маленькие. И тут еще снизу есть. Ну, я думаю, что он их сбросит, скорее всего. Это клементин Коммуна Эйса. Тоже тут есть несколько плодиков. Потихонечку он растит. Рядом вот столько навязалось тоже манго. Это манго Палмер. Завязей много, но он же все равно не оставляет их. Он скидывает, хоть бы там один остался, и попробовать, какой он свой домашний манго. Уж очень хочется попробовать. Ну, а тут апельсин пупочный. Тоже я покупала его как мандарин Акицу. Но тут вырос апельсин. Очень вкусный, пупочный. Скорее всего, что это Вашингтон Невилл. Один тут уже вот такой большой плодик. И несколько маленьких, которые подрастают. Совсем мелочь он уже скинул. И эти уже начинают набирать массу. Мой мандарин Кинг. Вот он растит. Приростики наконец-то новые. Уж очень долго он адаптировался. Долго он наращивал корневую, потому что пришел он практически созгнивший корневой. И вот, наконец-то, пошел в рост. Слава Богу. Наверное, пошли расти корешки. Я так надеюсь. Так, а это мой неопознанный заморыш тоже, который был. Вот тут он эти плоды пока не скинул. Они остались еще. Но очень маленькие. И вот новые приростики пошли вот здесь. И вот несколько цветочков. Причем это все на одной веточке. А на остальных он практически, по-моему, все скинул. Не вижу я, чтобы были где-то еще плодики. А, вот, есть. Ну, там 2-3 штучки, может быть. Так, это
Вашингтон Невилл. Тоже было очень много плодов. Ну, вот осталось несколько штучек. Ну, надеюсь, что он там хотя бы парочку оставит. И мы попробуем. Первое цветение его было. И вот несколько плодиков. И сейчас пошли новые приростики тоже у него. А тут мои помелки потихонечку растут, набирают вес, вот такой уже красавчик, и несколько поменьше. Вот еще, и вот тут еще. Ну, посмотрим, что останется. Ну, пока вот висят. Ну и наконец мой ананасик стал желтеть. Ура! Скоро, надеюсь, что на мой день рождения мы его попробуем. Так что вот жду, когда пойдет аромат. Уже он такой начал желтеть. Вот так хорошо сейчас оброс. Он шил широколистный. Было всего две палочки. И вот так вот сейчас наросли приростики у него хорошо. Ну, а тут мора, апельсинчики. Уже хорошо их видно. Уже такие хорошие, больше грецкого ореха плодики. Вот. И тут тоже. Вот они. Это уже третье его плодоношение будет. И в этом году я надеюсь, что он оставит гораздо больше плодов. В прошлом году было 4. Позапрошлом был всего один. Так, тут цветет это мандарин квад индио. На лайме, на кумквате маргарита очень много сейчас приростов. Пока он не цветет, но много очень приростиков. Ну и никак не поспеет мой АМО-8. Все, я жду. Уже вчера мы 2 сорвали мандаринчика, немножко желтых, но они не доспевшие еще. Вот один свити остался, и такой уже он хорошо подрос. А тут вот они, апельсинчики. Это апельсин Мора Дабл Дак. Вот такие вот тоже уже завязи есть разного размера. Тут начала спеть кофе арабика. Вот такое. Уже красненькие ягодки есть и зелененькие. Потихонечку подрастают мои папайки. Вот такие уже. Никак я не дождусь цветения гуавы. Уже она у меня 4 года. В прошлом году был один цветочек. И пока я цветочков на ней не вижу. Пока растет. Ну а здесь еще вот цветет фейхоа. Уже некоторые отцвели. Не знаю, они завяжутся, эти плодики, или не завяжутся. Ну, вот пока в таком виде. Пока они не отпадают, висят. Тут вот несколько. И вот еще цветочки. И вот тут были цветочки, отцвели. Ну, не знаю. Посмотрим, что будет. Тут рядом вторая, но на ней цветочков пока нет, еще маленькая. Розмарин мой растет, новых приростов очень много. Это лимон Лунарио, весь в лимончиках. Тут вот сверху еще начал цвести. Это лимончики на
загара Бьянка, но пока он еще маленький, я не знаю, скорее всего, что это первое его цветение, и наверняка, что завязи осыпятся. А это Карубара, уже подрастают, вот такие уже лимончики, уже хорошо их видно. И тут еще он, и там снизу. И сейчас весь в бутончиках и цветочках мой вариегатный каламандинчик. Аромат стоит от него. Вообще красота. Очень ароматный. Два еще вот тут таких арбузика висят. Плодики. Полосатенькие. Красивые. Вот такой он весь в цветах. А тут это мандарин Сацума Миагава. О, плодики подрастают. Уже такие хорошие. Вот такие уже. Вот еще. Вот тут. И вот они. Потихонечку растут. А здесь мои прививки. Я их поставила вниз. Уже такие нормальные. Уже я скоро буду выставлять на продажу. Некоторые с цветами. Некоторые вот уже отцвел. Вон еще цветочки. Так что будут скоро на продажу. Это АМО-8. Второй мой. Вот они тоже тут плодики. Уже тоже подрастают. Кое-где. Очень много осыпалось, но частично осталось. Так, тут Gold Nugget. Осталось всего несколько плодов на нем. Ну, я буду рада, если останется всего один попробовать, потому что это первое его плодоношение. И первое цветение, и первое плодоношение. Так что посмотрим дальше. Так, это коммуна Иса Клементин. Тоже сейчас пошли новые у него приростики. Ну, вот тут вроде бы начали увеличиваться плодики. Ну, не знаю, что-то останется. Уже хочется, это уже третье его цветение было. Но если бы не напал на него мучнистый червец, может быть, было все не так печально. И может, было бы гораздо больше на нем плодов. Ну, что есть, то есть. Слава богу, хоть избавились от этого мучнистого червеца. И то хорошо. Вот. Так что будет видно. Так, а тут разные по размеру лимончики. Это лимон павловский. Есть вот такой. Есть вот такой. Есть вон еще. Побольше, поменьше всяких размеров. Такой маленький. В общем-то, на любой вкус. И вот такие. И вот снизу такие. И вот тут еще недавно только отцвел. Как-то он в этом году в разнобой цветет. Ну, а это Тангела Мапа. Пока тоже вот плодики у него висят, мусипуси. Ну, я думаю, что они еще частично упалятся. И даже вот есть еще и цветочек. И вот тут приросты пошли с новыми бутончиками. И есть завязи, которые побольше. Ну, ладно, уже будет видно, что он там оставит или все посбрасывает. Это апельсин Тарока Гала. Тоже он отцвел уже. И есть несколько плодиков. Это его первое цветение. Вообще он еще очень маленький. Наверное, скорее всего, он тоже посбрасывает завязи. После пересадки котлечка начала расти. Вот пошли у меня новые приростики. Вон еще вот там. Видно, не знаю, как показать. В общем-то, 4 прироста у нее пошло. Так что ей вроде бы все понравилось. Это тоже котлечка. Вроде бы с ней все хорошо. Пока пошли только расти новые корешки. Но
Пока прирустиков не было, но и так хорошо, потому что у нее практически не было корней. И сейчас вот новые корешочки, и я этим очень довольна. Вот здесь мандарин Хани. Уже плодики хорошо подросли. Есть несколько штук. Так, тут дальше рука Будды. Вот, растет. А это осыпаются снизу старые листики на земляничном дереве. Наверное, завтра я его вынесу на улицу. Пусть оно уже растет и цветет там, чтобы, может быть, пчелки его опылили. Потому что зимой он очень рясно цвел, но я так и не дождалась плодов. Они все осыпались, видимо, они не запылились. Хотя я там пыталась как-то кисточкой опылить, но так ничего у меня и не получилось. Это мой клементин, который с базара. Вот там несколько плодов у него есть. Ну, не знаю, что оно будет. Они, скорее всего, опадут. Ну, пока вот было несколько цветочков. Но хорошо, что он вообще прижился и вот растет потихонечку. Мои суккуленты. Вот такие мои красавчики. Вот такие розочки. И такие, и вот такие. Всякие разные суккулентики. И вот. А здесь мурайка поспела. Мы уже тут большую часть плодов съели. Еще немножко осталось. И вот сейчас уже новые бутончики на ней появляются. Ну, а здесь вот плодик вот этот растет. Это апельсин Валенсия. Тут еще есть несколько маленьких, но я думаю, что они, скорее всего, отпадут. Но, может быть, вот этот останется. Ну, потом посмотрим. Здесь вот еще один лаймик. Очень они вкусные. Это лайм товарис. Очень тонкошкурые, нежнейшие, вкуснейшие лаймики. Это мандарин мичуринец. Тоже несколько завязей есть. Ну, не знаю, останутся или нет. Здесь пошел в рост декапончик, прививка. Вот два вот таких банана есть. Будут на продажу. Это апельсин фрагола. Он оставил вот один плодик, а остальные скинул. Камуна иса. Вот он тоже весь был с цветочками. Но уже тоже они отваливаются. Не знаю, что-то останется, нет. И вот такой уже огромная вот такая прививка выросла на авокадо, который я делала. Вот такие вот листья. Вот моя рука. И вот они какие большущие. Это бакон. Вот такой вот. А это Эттингер. Вот такой уже. Вот такая прививка выросла. Смотрите, какая большущая. Вот еще. Это у нас Рид. Вот это. Тоже вот такая прививочка уже огромная. И тут вот он еще, я пока не сняла мешочек. Тоже вот там много уже наросло листиков. Уже скоро я сниму. И вот тут еще пока тоже не снимала прививочку. Пока еще зеленые листики. Он начинает тоже пробуждаться. Вот это вот на одном саженце. Вот 4 прививки. 2 уже хорошо пошли в рост. И 2 я еще пока держу пакетики. А эти отдельно. Вот такие уже тоже большущие прививки.
Вот такой мой банан еще вырос большой. На сегодня это все, что я хотела вам показать. Надеюсь, прогулка по моему саду и моей теплице вам понравилась. Желаю всем прекрасного настроения. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Это помогает продвижению моего канала, чтобы как можно большее количество людей посмотрели его. Желаю всем прекрасного настроения, мира, любви, процветания и всего самого хорошего. И до новых встреч!